Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы находимся в нарисованном мире, в этом дружелюбном месте. Могу сказать, что я не играл в игру уже порядка 5 дней, за это время начал проходить Silent Hill Downpour, поэтому, скорее всего, опять какие-нибудь бока у меня будут вылезать, типа того, что я буду нажимать квадрат для атаки вместо вот этой кнопки. Чисто подсознательно буду так фейлиться, потому что в Silent Hill именно квадрат отвечает за атаку. Ну да ладно, а место тем, а между тем, крайне нехорошее. Очень уж здесь больно бьют ногами за малейшую ошибку. Поэтому пока я маленько акклиматизируюсь, я думаю, у нас опять ничего хорошего тут не будет. Кстати говоря, враги-то все мертвые. Я, похоже, когда выключал игру, она сохранилась, похоже, как... Так, подожди, я что-то этого не видел раньше. Братан, что ты прижался к стенке, видите, да? Уйди. Что это за хрень там такая? И как мне вообще туда спуститься? Я туда хочу спуститься. Короче говоря, сохранилась уже с убитыми монстрами. Это, по-моему, прекрасно. Вот сейчас я кого-то слышу. Да нет, вроде мертвые все. Блин, да отцепись от меня. Кстати говоря, мне сказали, что я могу сходить в Андетбурге в одно место. Там можно будет взять колечко, которое все штрафы за ношение тяжелой брони убирает. То есть мы сможем кувыркаться в самой тяжелой броне. Но для этого нам как минимум нужно сначала выбраться из этого мира. Чтобы из него выбраться, надо пройти его полностью. И потом из Анарлонда, насколько я понял, тоже не так просто выбраться. Сначала надо какого-то босса найти. Вернее, там два босса. Давай убить их. Так, ну это все хорошо. Как мне попасть вон туда? Я хочу попасть туда, открыть врата, чтобы от бонфайра мне прямиком туда можно было пробегать. Ой, сейчас будем вспоминать. Я эту локацию-то толком не помню. С одной стороны, конечно, уже кое-какой скилл наработал за время прохождения данной игры. Уже, считай, практически 40 серий. По полчаса, по 40 минут. Но с другой стороны, это такая игра, что чуть-чуть от нее отвлекся и все, забываешь уже сразу. Потому что здесь ошибок не прощают. Так, интересно, смогу туда упасть? Чё-то сомневаюсь, честно говоря. Нет, ну упасть-то я смогу, а вот выжить при этом... Так, и те самые неприятные твари, которые могут напрыгнуть тебе на голову и таким образом отнять вообще все жизни. Постараемся как-то с ними поаккуратнее, что ли. Что тут, как вообще? Так, туда, я так понимаю, отсюда мне не попасть. Гвоздик не в сети. Ну да ладно. Давайте сюда сходим. Тут я еще ни разу не был. Может, тут нас ждет что-то хорошее. Да нет. Что-то вообще ничего хорошего тут нет. Блин, надо как-то из вещей, что ли, эти отключить, чтобы они вас не отвлекали. Они и меня отвлекают, и вас. Тихо. Ой, так, прячемся. Это что такое? Ой, бляха-муха. Офигеть. Это какой-то дракон-нежить, что ли? Братюнь. Давай-ка мы тебя попробуем. Поздоровимся с тобой. Да мы тебя так и убьем, если ты не шевелишь. Стрел-то у нас хватит. У нас, конечно, стрел, надо бы запас пополнить, как-нибудь будет со временем. Но что-то мне, честно говоря, к тебе вплотную подходить вообще неохота. Вы посмотрите, какая тварь. Когда он начал двигаться, когда я сначала заметил, как что-то огромное с ревом приближается по мосту ко мне, натурально душа в пятки ушла. И сейчас я надеюсь, что та горгулья, которая меня уже заметила, она просто сейчас наверняка ищет пути ко мне. Я надеюсь, она сзади не подойдет, не запрыгнет ко мне на голову. Это будет печально. Посмотрите, какая тварь. Офигеть, огромная. Так, ну я думаю, где-то еще секунд 40 у нас на все это уйдет. И еще где-то 20 стрел. Может, чуть больше. Давай, братья, давай.
У меня есть, кстати говоря, еще какие-то стрелы, то есть огненные, с молниями. Ну, я думаю, обычных тяжелых стрел на тебя хватит. Так, ну что, до соточки успеем, нет, тебя убить? Да, ну вот именно, если бы я стрелами не пользовался, я думаю, это было бы очень весело. Но мой класс все-таки в ряде моментов меня выручает. Так, последнее. Нет. Лежать, лежать, Бобик. 5000 стрел. Ой, стрел, говорю, душ. Или жизнь, как я их поначалу называл. Так, ладно, хорошее начало. Продуктивное, можно сказать. Так, на мосту нас ничего больше не ждет, никаких подлян. Бладстейн, это похоже, кто-то как раз-таки столкнулся с этой тварью. Да. И тут его убили в итоге. Ладно, нам этого не узнать. Не узнать, чем был страшный дракон. По-моему, это прекрасно. Так, большая душа, отлично. Если бы я сейчас мог вернуться. Ух ты. Можем прокачать Dragon Sword. Если бы я сейчас мог вернуться, то я думаю, нам бы хватило на подъем еще одного уровня. Кровавый щит. Что за Blood Shield? Щиты я люблю. Защита у него похуже. Что еще он дает? А, защита в целом похуже. Короче говоря, он повышает некоторые сопротивления, но он все равно хуже моего. Поэтому хрен бы с ним. Так, ладно, мы успеем вперед пойти. Почему-то мне кажется, что у нас там ничего хорошего. Подожди, там еще один такой же, что ли? Я не удивлюсь, кстати говоря, если окажется, что... Да, натурально, еще один такой дракон. Если окажется, что эти драконы, после того, как я сяду у Бонфайра, они возрождаются. Так, еще один такой же дракон. Ладно. Очень дружелюбная, надо сказать, локация. Давайте мы сходим в эту сторону. Ладно, хоть копье мое тащит. Я с ним как-то себя более уверенно чувствую, чем... чем должен бы. Потому что сносит жизнь оно просто со зверской скоростью. Тихо, я слышу. Да, тебя именно я и слышу. Но думаю, я тут с тобой, у нас будет не так сложно. А! Скотина, она все-таки на голову напрыгает. Давай, давай последний удар. Отлично. Да, в закрытых помещениях они мне ничего толком не могут противопоставить. Хотя, конечно, чуть на голову не запрыгнул, так что расслаблять булки тоже особо не стоит. Так, это у нас не иллюзорная стена. Нет. Я в последнее время, как вы видите, приучился бить не оружием по стенам, а мечом, потому что оружие-то сильно тупится от этого. Как бы это ни босс было. Что это за дверь? Закрыта. Так, some sort of contraption. Короче, каким-то запором она закрыта. Давайте зайдем. У нас, в принципе, конечно, души, которые жалко было бы терять, но у меня уже такой уровень, что, в принципе, не так важны эти все уровни стали. Потому что люди, насколько мне сказали, даже на 30-м проходили. Ага, вот я, собственно, и пришел туда, куда хотел. Так, сдается мне, что эти твари — это какое-то подобие фаланкса из первой части, там босс такой был. Босс состоял из кучи мелких тварей с щитами, вот типа таких же. Каждая тварь по-своему была опасна. Это, по-моему, она и есть. Да. Очень нехорошие твари. Они еще и швыряются. Я, честно говоря, такого не помню в оригинальной игре. Так, вы можете ко мне сюда подниматься? Можете? Но я думаю, так даже лучше будет. Потому что в проеме вас будет удобнее встречать. Ой, блин. Тихо. Я не знаю, может быть, мне лучше было бы мимо них пробежать.
Да открыть ту дверь, а потом уже с ними разбираться. Или может у них только ключ? Блин, да хрен дотянешься до вас. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Потому что сдается мне, что твари-то крайне неприятные. Блин, лук что ли на вас попробовать? Они сюда-то заходить, насколько я смотрю, не особо могут. Давай попробуем. Щит упирается, тоже ничего хорошего. Так-то сносит с них неплохо, но, блин, нужно попасть именно в тело, а не в щит. Вот что плохо, на мой взгляд. Да-да-да. Блин, и стрел-то не так много. Жалко. Давай, откройся, браток. Да ты посмотри, я же прям попадал в тело. Так, хорошо. Я думаю, с вами будет еще тот геморрой, ребятушки. Дорогие вы мои. Так, готов. Блин, тише едешь, дальше будешь. Не спешим. Очень обидно, я думаю, сейчас будет погибнуть. После того, как мы столько всего успели натворить в этой серии. Да блин, твою мать. Я не уверен, я сейчас туда побегу. Возможно, я застряну в проходе, и они меня просто зашпыняют своими копьями. Поэтому давайте лучше потихоньку, помаленьку. Так, что у меня со стрелами? Так, как их экипировать-то? Feather Arrow. Что она делает? Кстати, на них огонь. Возможно, хорошо будет работать. Давайте попробуем. Сложно сказать. Ладно, не пылим. Отлично. Блин, дефицит. И снимает, я бы не сказал, что прям уж лучше. Обычные стрелы, по-моему, снимают получше все-таки. Так что берем большие стрелы. Да, собственно, потихоньку, помаленьку клупаем вас. Да, эти стрелы, очевидно, сильнее сносят. Да твою мать, вы своими щитами уже задрали, честное слово. Давай, открывайся. Вот это вот сейчас может меня копьем задеть. Давай, откройся. Да бляха, муха. Готов. Давай, ты тоже кидай. Да блин. Я не хочу умирать. А, подожди, тихо. I got one idea. Why not? Кстати, данг пай на них можно было бы кинуть. Где моя блок бомб? Подожди, у них нет, что ли? Печально. Вроде были, не знаю, куда их потерял. Так, они отошли, я могу выбежать, кстати говоря. Кому-нибудь не пофиг? По-моему, всем пофиг. Так, ладно. Хорошо. Вот, по-моему, эти самые двери. Ладно, отлично. А теперь в случае чего будет не так страшно умирать. И теперь уже может с вами потанцевать, дорогуша. Давай, давай. Супер. Блин, как хорошо, когда тылы обезопасил уже, насколько спокойнее воевать становится. Отлично. Самое главное, не дать им окружить себя. Это будет все, край сразу. Давай. Ах, блин. Ох уж это автонаведение мне. Так, тихо, ребята, что-то вы подтягиваетесь, какая-то движуха нехорошая пошла. Ох, ладно, хоть вас никто тут не это самое, не поддерживает. Вот это было бы печально. Так, ты у нас очепенец, да? Ты у нас больше всех хочешь? На,
Марте, скотина. Так, теперь ты. А, нет, вот ты. Твоя очередь. Ой, поймал. Ну, сносит, в принципе, не так много. Так что давайте продолжим. Пока что без какого-либо. Так, хорошо. У вас не так много осталось. И последний. Отлично. За вас, я надеюсь, чего не дают. И мне почему-то кажется, что убив вас и подойдя к бонфайру, я просто воскрешу вас по новой. Не знаю, точно не могу сказать. Ладно, давайте осматриваться. Ни у кого больше ничего нет? На первый раз, короче говоря, зачистим. А дальше... Человечность. А, то есть мне там ошибить нужно было просто. Они мне показывают. Жутковато, надо сказать. А тут у нас что такое? Блин. Куда только не нельзя пойти. Офигеть. Ладно, туда мы вниз, мы в последнюю очередь пойдем, я думаю. Вообще это напоминает такую более хардкор версию. Еще одно кольцо пожертвования, отлично. Кстати говоря, давайте-ка мы его наденем, потому что душ у нас уже порядком, а на бонфайр пока что мне здесь, честно говоря, не очень охота. Так что, где у нас это ринг? Блин, не той кнопкой делал. Как же я опять разучился от всего. Так, пока что вот этот вот дроп вместо него поставим. Кольцо пожертвования. Если меня сейчас убьют, то я не потеряю все эти души. Хорошо. Так, вниз успеем туда пойти, короче говоря. Тут у нас подъем наверх. Хорошо, давайте посмотрим. Пока что все по этой стороне прочистим. А потом уже будем дальше от этого танцевать. Братюнь, добрый день, тут откуда? Ну их вообще уже сила такая, что ваншотит. Так, душа. Давай, иди сюда. Копье чем хорошо, это вот оно очень быстрый удар вот этот. Пока он замахивается, я успеваю его убить. Так, ладно, это, я так понимаю, старт. Ага, хорошо. Куда еще тут можно пойти? Отсюда у нас дорога ведет. Отсюда у нас дорога ведет, я так понимаю, туда же, куда ведет тот колодец. Куда-то вниз, в подвалы. Но, собственно, это мы успеем сделать. Сейчас мы посмотрим, там еще одна дорога была куда-то. Вон, какое-то кладбище, что ли. Так, ты живой вообще, нет? Явно нет. Офигеть. Опасайся темного рыцаря. Понял. Так, сначала с этим разберемся. Чуханчиками. Чуханчик. И второго. И сейчас, пока у нас кольцо пожертвования, в принципе, я думаю, можно сходить. Подождите, давайте вот тут еще посмотрим. У нас еще вот тут крыло осталось. А тут, мне кажется, тоже что-то есть. Тут у них столовая какая-то, харчевня была похожа. Они оттуда бегут, они уже бегут ко мне, поэтому я пошел к ним. Я не хочу, чтобы они сзади ко мне побежали и начали атаковать. Я слышу их шаги. Или нет? Или они надо мной где-то ходят? Ой, я не знаю. Короче говоря, давайте сначала вот это очистим, а потом пойдем туда, к этому дракону. На эту серию, я думаю, нам этого и хватит. Хотя я не уверен, что у нас за одну серию это все получится сделать. Но, тем не менее... Тут наверняка закрыто, да? Закрыт. Ясно. Запомним. Закрытая дверь. В принципе, у нас остается это кладбище, на котором там на колях куча народу. Блин, это просто, по-моему, кошмар какой-то. Натуральное, мрачное такое, средневековое, средневековье. Натуральное такое, темное фэнтези. Так, ладно. Рыцарь, ты где?
Что-то не знаю, меня обманули. Ну, тут старт за стеной. То есть он там. О, смотри, ништячок лежит. Пиромансия. Жаль, не мое. Где темный рыцарь? Я вижу кучу обычных неприятелей, то есть этих доходяг. А вот рыцарь что-то не вижу. И мне не особо хочется, чтобы в последний момент я его заметил, когда он уже побежал на меня. Так, там кто-то убился, похоже. Как видите, в этой серии я довольно сильно осторожничаю. И именно ввиду этого у меня неплохо получается продвигаться. Как бы не сгладить. Обычно в такие моменты, когда я начинаю хвастаться, меня и убивают, причем каким-нибудь позорным способом. Подлечиться, может, нет? Да нет тут никакого темного рыцаря. По крайней мере, я его не вижу. Где ему тут быть-то? Мне наврали. А мне вот интересно, я сейчас тут не упаду. Душа. Хорошо. Что это за клетки вообще такие? Сломанный меч. Бесполезная вещь. Мне, кстати, дали хороший совет. Надо вот эти души квилак, бабочки положить в кладовку, потому что я их точно израсходую по случайности. Это будет крайне обидно. Ну, в принципе, все. Мы тут зачистили. Теперь можно возвращаться к Bonfire. Нет тут никакого рыцаря, слава богу. Или не слава богу, я, в принципе, с ним с удовольствием подрался бы. Потому что темные рыцари — это мои любимые противники в данной игре. Они очень круто дерутся. Именно такие Дарт Вейдер внушают страх одним своим видом, своим поведением, таким молча, уверенно прут на тебя. И мощнейшими ударами сшибают с ног. Это, по-моему, круто. Мне бы такую броню найти, как у них. Так, сейчас мы поднимем уровень. Я даже не знаю, что мне вкачать. Я думаю, Виталити или все-таки стамину, может. Давайте стамину вкачаем. То есть эндуранс. Ну, это одно и то же. Практически в данной игре. Так, хорошо. Теперь вот это вот. Так, где вы? Вот эти души мы пока положим. А, кстати, она у меня уже сюда положена. Тут положим сюда. Это положим сюда. Да и в принципе нормально. Так, броня у нас. Кстати, у нас ничего не поломалось. Ну, так, слабенько. Давайте, что ли, попробуем броню элитного рыцаря надеть. Она мне внешним видом очень нравится. Но пока что веса на нее не хватает. Так, она у нас, по-моему, в кладовке лежит. Да. Я бы очень хотел в ней побегать. Она крутая. Сдается мне, что нет. И я, как вы заметили, я предпочитаю сетами броню надевать, то есть целиком одним комплектом. Нет, пульс говном. Все так же, по-прежнему. Зато как выглядит, да? Очень красиво. Так, ладно, переодеваемся обратно. Это, в принципе, тоже неплохо выглядит. Это такая броня простолюдина. Ну, тоже неплохая. Так, теперь складываем это все обратно. Так, где-то у нас. Эй, блин, много брони накопилось уже. Очень многие, кстати, просят меня походить в броне с восточных земель. Может, на самом деле походить? Она прикольная, очень красиво выглядит. Давайте в ней походим. Так. Броню у нас голая, я по очевидным причинам надевать пока не буду. Потому что мне сейчас важно выжить. Это и это. Хорошо. Да и вообще, мне как-то кажется, что босиком бегать по снегу это не круто. Так, теперь защита у нас чуть пониже, но зато вид поприкольнее.
Такой. Не знаю. Не знаю даже, как их назвать. Ой, что-то, блин, трясет. Тихо. Я забыл, что тут у нас, как правило, народ встречает. Так, хорошо. Сходим, что ли? Да, эти твари опять оживают. Неинтересно. Сходим, что ли, вниз туда? К колодцу. Посмотрим, что нас ждет тут. Да хорош швыряться, елы-палы. Посмотрите, сколько снесли. Это что это за обрыв такой? Блин, я думал, это обрыв, а это... Тихо-тихо. Это что за хрень была? Твою мать! Она выносливость сдувает просто своим этим ударом. Падай уже! Уф, так. Охренеть, вот это опасные твари. Видели, да, они колесом крутятся, пока у меня полностью выносливость не сшибают. И после этого у меня уже не так много шансов против них остается. Так, за спиной идут, нет? Тихо, аккуратно. Не спешим. Вот если пара таких, то это все край. Практически стопроцентный. Блин, куда я попала? Так, пойдемте налево. Налево тупик. А нет. Блин, это лабиринт какой-то. Еще один, смотри. Ну ладно, к этому я был более подготовлен. Надеюсь, они не встают. Так, и в итоге я попадаю вот к этой твари. Больше всего их тут ненавижу. Траванул, скотина. Ну да ладно. Пироманси. Тут много для пироманта всякой фигни. Attunement может прокачать со следующего уровня. Он уже скоро будет. Пироманси, в принципе, штука, говорят, полезная. Но мне как-то, я не знаю, нужна ли она. Так, отсюда мы пришли, пошли налево. Теперь давайте пойдем прямо. Ой-о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 й. Так, блин, выносливости нет. Ну ладно, с ним можно справляться. Но очень осторожно. Поворот налево. Ключ спереди. Хорошо, тогда мы сюда пойдем. Хотя нет, давайте. Меня еще ни разу в этой серии не убивали, поэтому лучше, блин, не расслабляться. Ключ, это, я так понимаю, от той двери, которая была у нас в холле данного замка. Может, нет. Разберемся. Так, хорошо. Осталась дорога сюда. А здесь у нас тупик. Понятно. Больше тут ничего нет. В принципе, сходили неплохо. Получили ключик. Единственная тварь мне не очень понравилась. Ой-ой-ой, не застревай, сейчас же полетит всякое говно.
Так. Хорошо. Это эта дверь открывается, нет? Да. Точняк. Кстати, слушайте, а мне нравится эта броня. Вообще офигительная, по-моему. Может, у нас здесь темный рыцарь где-то, потому что он любит такие темные места. Они. Вроде тихо. Что вообще нам дал проход этот? Ну, вот эта пакость. А еще что? Ой-ой-ой, нет, не надо. Сейчас меня рванет опять. Так, лечимся нафиг. Так, хорошо. Блин, хорошая серия, меня еще не убивали. Так, он сейчас упадет, смотри. Ну, давай. Давай, падай. Я тут, падай. По-моему, ко мне кто-то бежит. Я слышу чей-то шум. Да, так, подожди, что пишет вообще? Траст. Торст. Так. Ой, блин, сколько вас тут. Но там, возможно, что-то хорошее есть. Что-то грызут вороны. Тот упал, похоже, видели, мне жизни дали. Ой, то есть, ну, души. Ну, поняли. Так, ребятушки, я к вам не особо хочу, вы же меня сейчас убьете там. Ладно, я думаю, вы по мостику сейчас подниметесь, а мы пока посмотрим, что у нас наверху. Так, еще дорога какая-то. Тихо, этот мост не провалится, случайно. По мне кто-то шарашит, рапира. Блин, туда я не хочу спускаться, там у нас, по-моему, мы уже были. Твою мать, успела. И ко мне горгулья прилетела, я слышал ее крик. Где она? Уф, так. Блин, время серии уже подходит к концу, никакого ориентира, что-то даже близко нет. Чтобы можно было бы вздохнуть спокойно. Так, ты там один остался, нет? Давайте-ка мы сходим к нему. Блин, я что-то тут уже путаться начинаю. Столько мест, куда можно пойти. Да хара стрелять уже, запаришь. Ёлы-палы. Блин, много сносит, гад. Тихо, тихо. Летит, летит, тварь. Туда прилетела. Dark Ember. Это нам что-то даст. Еще какую-то возможность зачарования оружия. Я пока затрудняюсь сказать, какую именно. Так, ну ладно, я примерно понимаю, где мы находимся, но, блин, не знаю. Очень уж это все как-то нехорошо. Так, ну что? Спустись пониже. Мне неудобно с тобой так драться. Господствующая высота. Все дела. Тихо, без нервов, подружка. Скотина. Блин, да твою мать. Да харе уже, ну. Давай. Давай. Дохни, мать твою. Ой, блин, как я ненавижу этих тварей. Фу. Все, отъехал наконец. Dark Ember получили. Надо бы к кузнецу сходить. Блин, там еще одна. Вот она-то меня, возможно, сейчас убьет, потому что не может так долго счастье продолжаться. Я могу тебе бэкстеп сделать, нет? Пнул ее. Иди вниз вообще туда. А я пока отдохну. Возвращайся только. А, она то есть вообще убилась. То есть туда падать нельзя, что ли? Ладно, будем знать.
Ой, блин, еще одна. Ой-ой-ой. Да сколько же вас, мать вашу. Отвяжитесь от меня, к ядрене фени. Ой, я, кстати, знаю, где мы. Ух ты. Так, мне пофигу, короче говоря. Блин, да отстань ты от меня. Добрый день. Я возвращаюсь к бонфайру. Потому что больше мне тут наверху делать нечего. Он туда еще может сходить, но это будет в следующей серии. Ну вас нафиг, таких противных. Ох, так, результативная серия, надо сказать. Много всего в ней мы сделали. Много всего получили. Но пора и честь знать. Добрый день. Так, зигзагами. Фу, так, отдыхаем. У вас нафиг. И, собственно, давайте завершим на этом эту серию. Могу сказать, что мне понравилось. Мы много чего в ней добились. По-моему, это прекрасно. Собственно, в следующей серии продолжим нашу череду успехов. Пойдем в то же крыло, там у нас еще осталась одна сторона, куда мы не ходили. После этого пойдем. Тут еще какой-то спуск был вниз. Короче говоря, будем смотреть этот замок. По-моему, все круто. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.